Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Passo в белом цвете 2016 года выпуска, без пробега по РФ. На бензиновом двигателе объемом 1 литр, мощностью 69 лошадиных сил, АКПП – передний привод. Автомобиль на хорошей резине, имеется спойлер, камера заднего вида, парктроники, ветровики, бесключевой доступ. Пробег автомобиля 116 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, ткань, имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, кнопка старт-стоп, помощь в предотвращении столкновения, система курсовой устойчивости, корректор фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 89, 89, 89, 88. 88, 94, 99, 77. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.